Друзья, я пока не перепробую все скидочные позиции в Велмарте, не успокоюсь. Сегодня хот-дог за 23 леев из кулинарии. Я айран взял, попробую, вкусно или нет. Инкомлак ЖЛК айранчик, 1%. Неплохой, но кислит чуть сильнее, чем я люблю. Вот как выглядит хот-дог. Капуста, морковка, немного кетчупа, сосиска, уставший салатик. Булки очень много, главное, чтобы сосиска была нормальная. Вот сзади красивенько, много зелени. Пробую. Ну вы сами прекрасно видите размер этой булки. Попробую сосиску отдельно. Сосиска хорошая, куриная, но качественная. Хлебушек покушаем, который я не ем. В этом хот-доге только сосиска. Это самое дорогое, качественное, то, что было вкусно. А так я больше от айрана получил удовольствие. Я вчера за 25 леев съел целую тарелку плова со свининой. А здесь за 23 лея куча теста, ну и сосиска.